Сразу несколько вакцин от COVID-19 на сегодняшний день зарегистрированы и проходят испытания на людях. Как говорят специалисты и врачи, победить смертельное заболевание можно, только обеспечив массовую вакцинацию жителей нашей страны. По словам заведующего кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Семеновского университета, академика РАН Виталия Зверева, заболеваемость коронавирусом будет расти, пока 70% россиян не получат иммунитет к коронавирусу. Готовы ли прививаться нижегородцы? Ответ на этот вопрос дали они сами. Да, конечно, потому что я беспокоюсь о своем здоровье и считаю, что это важно. Я не доверяю этим вакцинам. Я не уверена в том, что они качественные. Я планирую прививаться от коронавируса. Я верю в прививки и жду, когда они будут. У меня иммунитет достаточно сильный, чтобы справиться с вирусом самостоятельно. Прививку будем делать, если появится в Нижнем Новгороде. Возможно, когда будет уже испытание полностью, будут известны все последствия этой вакцины, возможно, да. Вот если бы всем людям дали бы возможность привиться, мне кажется, бы весь народ, который есть, он пошел бы и привился.